Мешок государственного бюджета прохудился, и с каждым днем дыры в этом мешке становятся все больше. Ну, оттуда вываливаются крупные суммы денег на абсолютно непроизводительные, ненужные нам расходы, в частности, проведение футбольного чемпионата 2018 года, без которого мы могли бы прекрасно обойтись. Есть и масса других непроизводительных расходов, правительство много тратит на себя, на помпезные проекты и так далее и тому подобное. Где они ищут деньги? Поразительное явление. Вместо того, чтобы увеличивать доходную часть бюджета, они все время стремятся сократить расходную часть бюджета. Но поскольку некоторые траты сократить невозможно, они лихорадочно начинают искать деньги. Но не в производственной сфере за счет создания новых товаров и услуг. Они ищут деньги в карманах у людей, которые уже без этого обездолены. У нас уже даже по официальным данным уже 22 миллиона нищих, людей, которые живут ниже порога бедности. И сейчас выкатывают налог, дополнительный налог, как бы на содержание электросетей, который касается абсолютно всех. О чем идет речь? Раньше люди платили по счетчику. Столько-то накрутилось за счет холодильника, электроприборов, столько и заплати. Сейчас человек помимо этого будет платить за сам факт того, что к нему туда входит электроэнергия в квартиру. Пользуешься ты электроэнергией или не пользуешься, заплати. То есть, разумеется, это очередная попытка залезть в карман людей, изобретение новых налогов. Я тут шутку сказал недавно, что скоро за право выхода из дома и входа в дом тоже будут платить деньги. Ты пользуешься дверью, идет амортизация двери, так сказать, общедомового имущества, заплати. Скоро они будут требовать нас налог за то, что мы пользуемся воздухом, так сказать. Раз это государственная собственность, так сказать, заплати за то, что ты дышишь. Мы идем к этому стремительно. Потому что изобретательность, с которой Минфин и другие ведомства придумывают все новые и новые сборы, налоги, поборы, просто поражает. Им бы пустить эту изобретательность на создание новых рабочих мест, новых технологий, новых конкурентных производств. Нет. Они то и дело стремятся залезть в карман народу. И эта тенденция с каждым днем становится все более энергичной.